Данная яма находится здесь уже в районе полугода. Уже неоднократно попадали сюда машины. А вот люди поставили, немножко старались огородить их. Но тем не менее мы видим, что выезд затруднен. Выезд и въезд только по одной стороне дороги осуществляется. Во время дождя яма полностью заливается водой, и туда попадают машины. Вот. Такое состояние украинских дорог на сегодня.